Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередную серию без донатика. Что могу сказать? Опять у меня контейнеры. Откроем, посмотрим, что выпадет. Сегодня субботочка, скидочки на МПК. Сегодня также прокачаемся. Не знаю, по прокачкам видосик выйдет, когда, пока не придумал. Ну, запишем, будет видно. А пока у нас открытие контейнеров. Мне нужны кристаллики. И давайте посмотрим, что же выпадет у нас с первого контейнера. 10к кристаллов. Что я могу сказать? Ну, это шикарно, это шикарно. Это чисто для МПК. То, что мне и надо было, то мне и падает. 10к кри в свою копилочку для Warrant первого. Это шикарно. Это просто супер. Ну тогда давайте быстренько сразу открываем следующий. Может, мне еще фартанет. Не фартануло. 125 ДДшек. Ну, ДДшки, в принципе, никогда лишними не будут. Притом на мальках. Мне тут ДДшек уже с контейнеров тоже нападало. И я, в принципе, рад с того, что я их имею. Они лишними не бывают. Не забывайте ставить лайкосик данному видеоролику. Также писать свои комментарии, потому что по комментариям буду выбирать победителей золотых ящиков. Если любите халяву, то обязательно комментируйте. А мы открываем последний контейнер. Еще 125 урона. Но не сказать, что все так плохо. 300 ДДшек. 10 тысяч кристаллов. Не так все плохо и не так все хорошо. Кристаллики на МПК в принципе имеются. Не сказать, что очень много. Но сегодня еще покатаем. И я прокачаю мою шикарную пушечку. А если кто не знает, какую пушечку я буду качать, то следите за моими стримами. И ждите новый видосик. А на этом все. Всем спасибо, пока.